сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Генрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Когда-нибудь кору с деревьев жрал? У меня от нее уже только щепки лезут. Я охота на них напала за то, что они хозяйкам чести не оказывали. Что с нами дальше будет? Не к добру. Ох, не к добру. Ну, уставился. Ходит такой, от скуки бедных людей беспокоит. Уродина. Это не баронские люди, а дикая охота деревню сожгла. Живой души призраки не оставили. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Эй, мужики, может на эту чудищу поохотиться? На щербатую кузнецову дочку, что ли? В общем-то, можно. Птички у нее справа. Я про крикотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герой выискался. Народа спаситель.
такое, плотва? Бывал еще в базарные дни сало на телегах в горой. Что это у тебя с рожей? Привет. Ну? Я слышал, здесь у вас завелось чудовище, которое вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось. Коров таскает, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Божуй, а он у его милости в охотниках служил, сказал, что с него хватит, и что он эту бестию прогонит. А-а-а. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Зарвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Самое время, чтобы этим Кликотуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Божуя того, что сгинул. Так с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не отгоревал. Понимаю. Где его искать? А тут он! В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потерял. Вот я его и пригрел. Вы, ведьмак, нам должно быть с небес посланы. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Годи, плотва. А, конечно, не худшая. Вчера вот целое ведро очисток принесли. Но! Ели мы, ели. Рома! Ну тебя, гузно. Сразись со мной. Выходи. Сойдемся в поединке. Ты сначала с собственными сапогами сойдись, недомерок. Выходи, говорю.
Я Ронвит из Малого Луга, связанный священным обетом. Сочувствую. Что ради прекраснейшей девы Ягодки 100 рыцарских поединков проведу. Обнажи свой меч как можно скорее, ибо я спешу. У меня еще 99 боев останется. А почему ты хочешь драться именно со мной? Я к твоей деве Ягодке никакого неуважения не проявил. Хм. Так признай же, что дева Ягодка всех дев на свете краше. Я же ее в глаза не видел. Ага, не хочешь? Такое оскорбление можно смыть только кровью. Довольно! Пощады! Ну что, хватит с тебя? Да, в этот раз тебе повезло. Но когда мы сойдемся снова... Возвращайся к деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Шевелись, плотва.
морда в крови. Дрался до последнего. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Кровь. Кровь монстра. Следы ведут в пещеру. Перья? Это сужает круг подозреваемых. Куролиск. Хоть мой старик не сидел все время в корчме. Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера. Значит, чудище, понимаете, того. Да. Мужики разозлились и хотели их прогнать. Так несчастье. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца, но для этого я должен понять, что его убило. Клекотун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышу, наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу, а тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет, и кричит. Я хотел помочь, но как? Как? Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Ты что такой смуглый? Шевелись! Да ну тебя. Я вздохну.
Вся морда в крови. Дрался до последнего. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Кровь. Кровь монстра. Следы ведут в пещеру. Куралиск. Откуда-то сверху. Значит, выкурю его бомбами.
Он сбежал через другой выход. Надо его поймать, пока он рядом. Вот он. Теперь не уйдет. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Пошла. Похоже, дождь собирается. Привет. Ну? Кликотун вас больше не тронет. О, спасибо, мастер ведьма. Будьте любезны, ваша награда. Немного, но, как говорится, курочка по зернышку, а? Куда так так? Сохрани эти деньги. Ты взял под свой кров сироту, так что тебе золото пригодится больше, чем мне.
говорят, ведьмак не человек, чувств не знает. Спасибо вам. От всего сердца. Дядька говорит, ты убил чудище, что ело людей. Чего надо? Твой отец отомщен. Я убил Кликотуна. Спасибо, мастер ведьма. Ты чего здесь ищешь, приблуда? Чем могу помочь? Бывай. Чем могу... Мне нужны доспехи. Бывай. Чем? Мне нужны Yeah.
Знаешь, ведьмак, у тебя всякое было. Мы можем поговорить? Можем. Только коротко и по делу. Я болтать не люблю. Я Радко. Устраиваю здесь во Вроницах скачки. Ты сам слышал. Хочешь попробовать? Скажи. Не хочешь — проваливай. Я хочу записаться. Да не нужно ничего писать. Просто приходи на закате и приноси золото для ставок. А, вот и ты, наконец. Правила простые. Выбираешь соперника, с кем хочешь держать заклад. Делайте ставки, потом скачете. Туда и оттуда. Кто первый, тот и молодец. Кто второй, того нахер. Ясно? Так с кем ты хочешь гоняться? С Матюхом Заикой, с Гансом Железным Гузном или с Черным Богданом? Пусть будет Матюх Заика. Вот увидишь, я тебя могу. Эх, сука! Ну, выкладывайте ставки и поехали. По коням. Шевелись, плотва. Славно, славно. Видать, ты не только в чудищах разбираешься, но и в лошадях. Вот твое золото. А как придет охота снова погоняться, ты приходи. Кто еще поскачет? Ты выглядишь. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верны милосердной разорили. Чтоб им пусто было. Починить надо бы на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело за злом бороться.
А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Верно ты выглядишь. Вперед, плотва! Эй! Но! Теперь помедленней. Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Покупать будете или... Я хочу сыграть в карты.
Половодье мне только не хватало. Давай! Чужак решится! Но оружие на заказ ты тоже делаешь? А шлюхи за деньги в рот берут? Ну, ясное дело. Дай посмотрю, что есть. Может, что выберу.
Удачи. Ну? Не желаешь сыграть? Дождю так ломала. Но! Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю, Йонаш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках. Но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь Йонаша, а еще кузнеца и стаха-рыбажора, то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Ну, поглядим, какой он злой. Тогда
Сейчас мы увидим бой между юношем и путешественником. У тебя сегодня плохой день. Приблуда победил юноша. Кто знает, может, в Велине скоро будет новый чемпион. Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбожор. А я-то деда в лес за сухим хворостом послал. Сижу тут. Может, Ганю высмотрю? Ну пусть что там? Мне все равно. Завтра из замка не высунуться.